В Саратове состоялся концерт в памяти коллектива ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых кораблей. 64 члена ансамбля и главный военный дирижер России генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов погибли в авиакатастрофе в акватории Черного моря близ Сочи 25 декабря 2016 года. В сегодняшнем концерте архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением Александра Занорина и ансамбль народных инструментов «Лель» исполнили духовные хоровые произведения, народные песни, а также песни военных лет из репертуара ансамбля Александрова. Артисты ансамбля Российской армии имени Александрова заслужили мировое призвание, выступали на прославленных сценах по всему миру. В этот вечер также прозвучала музыка диакона Сергия Трубачева, Георгия Свиридова, Кирилла Молчанова и Василия Соловьева-Седова.